Здравствуйте! В эфире еженедельные новости «Смоленская АЭС» в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Смоленская атомная станция справедливо была отмечена. Смоленская АЭС – предприятие «Лидер ПСР». Энергоблок номер один выведен в плановый ремонт. Информированность персонала о состоянии охраны труда и о действиях необходимых инструктажей находится на хорошем уровне. Итоги дня охраны труда. Впечатления, конечно, колоссальные, потому что поражает не только мощь производства и, можно сказать, даже красота производства. Молодые специалисты атомной и тепловой энергетики обменялись опытом. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Выработка 48 миллиардов 298 миллионов киловатт-часов плюсом 728 миллионов. Мощность 24 108 мегаватт. Текущее значение плюсом 2775 мегаватт. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе два энергоблока, блок номер два и блок номер три. Первый энергоблок сегодня остановлен, капитальный ремонт. Суммарная нагрузка 2115 мегаватт, существенных замечаний нет. Выработка электроэнергии за 26 дней марта составила 1,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 141 миллион. С начала года выработано более 5,4 миллиарда киловатт-часов, сверхплана 372 миллиона. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. По итогам 2017 года Смоленская АЭС присвоен статус предприятия «Лидер ПСР». Такое решение принял 23 марта Управляющий совет госкорпорации «Росатом» на основании результатов, достигнутых коллективом в системном развитии производственной системы «Росатома». Диплом и памятный знак директору Смоленской АЭС Павлу Лубенскому вручил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Смоленская атомная станция справедливо, то есть была отмечена дипломом, который вручил нам генеральный директор госкорпорации. Награждается Смоленская атомная станция за достижение статуса предприятия «Лидер ПСР». 17-й год, коллеги. За это всем большое спасибо. То есть мы сами себе доказали и доказали всем участникам вот этого процесса, что Смоленская атомная станция, она родоначальник движения ПСР. Госкорпорации, не побоюсь этого слова, и мы все это прекрасно знаем. То есть традиции чтим и будем продолжать. Принципы непрерывного улучшения Смоленская АЭС начала внедрять в 2007 году с пилотных участков. Сейчас многоуровневое проектное управление внедрено по всем функциональным направлениям работы с АЭС. В 2017 году экономический эффект от реализации ПСР-проектов превысил 26 миллионов рублей. Персонал инициировал 2173 предложения по улучшению, что на 495 предложений больше, чем в 2016 году. Уровень вовлеченности сотрудников САЭС в развитие ПСР составил 95%, что на 20% выше целевого уровня. Выше целевых и другие количественные характеристики проверяемых индикаторов. Смоленская станция сумела не только вернуть себе звание лидера ПСР, которого по ряду причин в 2016 году не удалось достичь, но и по показателям суммарным заняла третье место среди предприятий топ-10 лидеров производственной системы «Росатом». На сегодня методы ПСР активно внедряются в другие отрасли промышленности и социальную сферу. В частности, у нас открыты два таких значимых ПСР-проекта по бережливой поликлинике и бережливому городу. Вот, и в этой части статус лидера – это не только признание заслуг Смоленской станции, всей госкорпорации, но и высокая ответственность.
26 марта в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утвержденным акционерным обществом концерн «Росэнергоатом», энергоблок номер 1 «Смоленская АЭС» выведен в плановый капитальный ремонт продолжительностью 50 суток. В рамках ремонтной кампании предстоит выполнить большой объем работ на оборудовании реакторного, турбинного цеха и других подразделений. Для успешного выполнения запланированных работ на Смоленской АЭС открыты 4 проекта производственной системы «Росатом» – системы бережливого производства, в которые вовлечены работники Смоленской АЭС и подрядных организаций. Их цель – сократить потери, повысить производительность труда и качество работы. На Смоленской АЭС подведены итоги Дня охраны труда, прошедшего по теме «Нарядно-допускная система производства работ, электробезопасность, электрогазосварочные работы». Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. Были проведены обходы комиссии под председательством директора по цеху обеспечивающих систем на объекте очистные сооружения в первую очередь, на котором произошла модернизация. Был проведен обход по председательству главного инженера по цеху ТАИ. Был проведен обход комиссии под председательством первого заместителя главного инженера по ЦОРу по направлению объекта КПРАО. Все замечания выданы, приняты в работу для устранения. Что можно ответить? В целом, состояние оборудования, информированность персонала о состоянии охраны труда и о действиях необходимых инструктажи находятся на хорошем уровне, но есть замечания, которые требуют внесения корректировок и безусловного устранения. Смоленскую АЭС посетила делегация энергетиков Смоленской государственной районной электростанции филиала публичного акционерного общества «Юнипро». Цель визита – знакомство с производственной деятельностью самого крупного генерирующего предприятия на Смоленщине и обмен опытом с молодыми атомщиками в области молодежной политики. Представители предприятия тепловой энергетики побывали в реакторном и турбинном залах, на главных циркуляционных насосах, посетили полномасштабный тренажер блочного щита управления в учебно-тренировочном подразделении. Получили полное представление о технологических процессах выработки атомной энергии и системах защиты, которые делают производство экологически чистым и безопасным. Впечатления, конечно, колоссальные, потому что поражает не только мощь производства и, можно сказать, даже красота производства. Очень тронула, как представлена корпоративная культура именно самого Росатома, потому что на самом деле на каждом шагу ты понимаешь, что ты частичка какого-то общего дела. Здорово. После экскурсии состоялась встреча с руководством и активом молодежной организации «Смоленская АЭС», на которой коллеги поделились идеями по реализации профессионального, новаторского, творческого и спортивного потенциала молодежи. Работа молодежного объединения, все-таки 17 лет они уже у руля, есть что у них перенять. В завершении встречи молодые энергетики наметили пути дальнейшего сотрудничества. Уважаемые десногорцы, администрация муниципального образования город Десногорск Смоленской области приглашает вас 29 марта в 18:00 принять участие в расширенном заседании по вопросу организации территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования город Десногорск Смоленской области. Заседание пройдет с участием депутатов Десногорского городского совета, членов общественного совета города Десногорска, городских общественных организаций, председателей советов домов. Приглашаем всех желающих принять активное участие в указанном мероприятии. Заседание состоится в кабинете 325 здания администрации. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Я с вами прощаюсь, увидимся через неделю. Хороших вам новостей!